Научусь готовить я, такова мечта моя. Это может нелегко оказаться, но я буду очень-очень стараться, и помогут мне друзья. Я пока еще учусь, но ошибок не боюсь, трудно лишь первый раз. Погляди, увидишь сам, как творятся чудеса на волшебной кухне у нас. Так. Ну вот, Сонечка, наша ракета готова к взлету. Ух ты! И кого же мы отправим в космическую экспедицию? Ням-ням. Ням-няшку? Да. Ну, не знаю. О, придумала. Давай отправим в космос твою собачку. Будет как белка или стрелка? Мое. Няга. Ты сама хочешь полететь в нашей ракете? Ну, хорошо. Я хочу полететь. А это, чтобы тебе не скучать в космосе. Ой, осторожно. Да, нашу ракету нужно заправить. И космонавта тоже. Ага. Только что же едят настоящие космонавты? Ты пока потренируйся заводить двигатель. А я сейчас вернусь. Нельзя же оставлять космонавта голодным. Ну что, ням-няшка, нам с тобой снова пора на волшебную кухню. Хозяин волшебной кухни. Майя, о, ням-няшка, мое космическое почтение. Сегодня на волшебной кухне настоящее лунное, то есть сырное затмение. Такое событие нельзя пропустить. Вот, посмотрите, какая вкуснота. Ого, сырное затмение? Нам повезло, ням-няшка. Ой, осторожно, дружок. Ну что же, раз у тебя такой большой телескоп, значит, ты наверняка знаешь, что идет в космосе настоящие космонавты. О, конечно, моя дорогая. В космосе можно есть все, что захочешь. Главное, чтобы еда поместилась в тюбик. В тюбик? Зачем? Это же не зубная паста. Если крошки разлетятся по космическому кораблю в условиях невесомости, это может быть очень опасно для космонавтов. Эх, вот бы хоть одним глазком посмотреть на эту невесомость. Нет, ничего проще. Полетели! Ух ты, ням-няшка, мы летим! Ничего себе! Я достала до звезд! Внимание! Приземляемся! А теперь давайте приготовим настоящий космический обед. Овощной суп-пюре. Ножик, дружочек, нужна твоя помощь. Порежь-ка нам эти прекрасные овощи. Это слезы от лука, ням-няшка. Лучше отойди подальше. Отличная работа, дружище. Ням-няшка, осторожнее. Майя, переложи, пожалуйста, овощи в кастрюлю. Неужели космонавты тоже варят себе супы в дорогу? Эй, ну, конечно же, нет. Космическую еду готовят на специальных заводах. Ведь еда для космонавтов должна быть полезной и питательной. Космонавты из разных стран едят в космосе даже свои национальные блюда. Русские – борщ, итальянцы – лазанью, а китайцы – лапшу. По-моему, наши овощи готовы. О, прекрасно! Теперь их нужно превратить в пюре. В этом нам поможет блендер. Ой, ням-няшка, куда же ты? Ты станешь первым ням-няшкой на Луне. Держи, Майя, чтобы не проголодаться на пути к далеким планетам. Ну, теперь я точно готова к космическим полетам. Спасибо, хозяин волшебной кухни. А вот ням-няшка, видимо, еще не скоро проголодается. До свидания, хозяин волшебной кухни. До новых кулинарных встреч, друзья. Еда для космонавтов, Сонечка, должна быть очень питательной. Ням-ням. Космонавты готовы к взлету? Ага.
3, 2, 1. Поехали! В нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии.